Сейчас это снесли, будут выстраивать опять же новую, да, стену, уже разделяют под кабинки с той и с той стороны, да. В школе в поселке Тимирязевском капитально ремонтируют санузлы. В учреждении их всего два. Само здание 80-х годов постройки, капремонта не было десятки лет. В 2020-м в рамках региональной программы развития системы образования Приморского края сделано немало, и это только начало. Выполнены демонтажные работы, полностью выполнены все. Сейчас ведутся подготовительные, оштукатуривание стен, выведение под плитки. Так как сертюкали у нас тут плохо, приходится выводить, чтобы это было все красиво. Этому занимает очень много времени. Но ведем, стараемся, чтобы для школы сделать быто не краснеть. Дальше у нас планируется капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения и капитальный ремонт электричества. В апреле здесь установили новую автоматическую систему пожарной безопасности. На это потратили почти 800 тысяч рублей. К слову, на все необходимые работы именно в этом здании выделено около 2,5 миллионов. Это средства краевого и местного бюджетов, причем доля края гораздо больше. В рамках местного бюджета проводятся ремонты довольно большие. Это также замена автоматической пожарной сигнализации на объектах образования, благоустройство территории детских садов, разработка проектно-сметной документации на капитальные работы, те, которые мы будем планировать на следующий год, ремонт системы освещения. То есть работы в большом объеме, порядка 8 миллионов в этом году. В этом году в рамках региональной программы развития системы образования Приморского края на 10 объектах в селах делают ремонт автоматической пожарной безопасности. В школе Степнова заканчивают работы по замене окон во всем здании. На все учреждения из края выделено порядка 7 миллионов рублей. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс.